Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас необычная будет задача. Будет белая лошадь на белом снегу. Ну, вы сами видите, какая она красотка. Так. Я затонировал холст. Это была клей ПВА и грязца пигмента. Ну, не из масляных красок, а из таких красок, которые продаются в строительных магазинах, пигменты для стен, для прочего. ПВА стал как бы эмульсией для того, чтобы холст не тянул краску. Есть у холста такая способность. Обычно холсты проклеены. И ПВА это один из клеев, которым можно проклеивать холст. Так, и начну я не как обычно, а начну с поиска самой лошадки в этом тональном пятне. Рябость пятна чем-то напоминает снег. Вот и хорошо. Лошадочка у нас имеет легенький намек на желтенькость. Прибавим к этому черный. И вот два цветика, которые в основном в лошадке. И как всегда я иду от пятна. Деликатненько всматриваюсь. Ну вот сверху, очевидно, снег и как бы деревья там, ветки темнее, чем цвет и тональность лошадки. Плюс появляется контраст не только тона, то есть степени темности, но и цвета. Фиолетовит, зеленит. Чуть-чуть черного можно к этому добавить.
что уже очевидно, задник темнее, чем тональность освещенной части лошадки. Похожая история и здесь. Краски много не кладу тоже. И причина этому когда я буду облокачиваться, чтобы выписывать, чтобы густая краска не мешала бы мне. Так. Притирку в притирку пока. Буквально дымом. Ну, основной принцип то густо, то пусто. То есть снег местами. Ну, чтобы не было, грубо говоря, шахматного порядка. Вообще порядка, чтобы максимально был хаос этих ветвей. Одним глазком посматриваю на картинку, но, в принципе, уже идет произвол. Ну вот, сейчас еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Все, друзья, можете попробовать себя в этих яблоках.
и зимнем лесу.